Окей. Давайте сейчас посмотрим, то, что показывает. Так, покажу локтем. Посмотрите. Допустимое выдвижение вперед, локти тянутся в стороны, из-под лобья смотрит вперед. Тем самым активизируется область межброви и чувствуется переход. Кожа лба, корни волос. Вот здесь. Потом плечи вверх-назад на выдохе. Ребра цепляются за бедра и тянутся поглубже вперед. Позвоночник начинает дышать. Так мы пробуем растянуть лопатки в стороны, соскользнуть вниз и вперед. Давайте сделаем еще как раз 3-4. Выполняется от 11 раз до 21. Ладошки под коленки, голова в живот, и плечи плотные к бедрам. Подвернули вперед вверх, плечи вверх назад, носки вперед, подъем. Выдох, подбородок, вдох, голова. После очередного выдоха носки на себя, голова вниз. Выдох, вверху, вдох. Остались? Локти подсогнули, поясница вниз, ягодицы вверх, голова вперед. И поднялись на нас. Коленки вместе. И в зависимости от возможности, не перемещая рук, потянулись вверх. Поясница. Ягодицы, группировка возможная. Ягодицы на носу, правая к носу. Пятка на носок, нос к верхней коленке. Сторону, левая, носок, группировка, в сторону, и либо носки вместе, пятки вместе, просто постоять, либо это выполняется вот так, выдвигает ягодицы, дотягивается и поглубже фиксирует. Ладошки под коленки, голова в живот. Носки жестко вытянули вперед. Ноги попробуем выпрямить полностью под колени. Поднырнули, плечи вверх назад, носки на себя. Ноги слегка подтянули. Наползли. Подбородком тянемся к груди, коленки мешают. Тянем заднюю поверхность шеи. Голову засовываем в живот поглубже. Руки одновременно сжимают бедра. И одновременно, толкая под коленки, голову до упора тянем в себя. Вновь цепляемся подбородком. Носом тянемся к носкам, затягиваем шею. Раскрываем горло. Руки выпрямляем, грудь раскрываем, дышим. Округляем спину. Убираем округлость, поднимаем ноги. Если сзади стенка, лучше переместиться вперед. Но так, по идее, мы накатываемся на спину. Присаживаемся вперед. Подсгибаем ноги. Правый локоть слева. Правая ладошка возле носка, левая сзади. Потянули себя. Посмотрели через левое плечо. Макушка тянем сверху, поглубже, до закручиваемся. Правая нога вперед, носок на себя. Левая ладошка под левую коленку, правая за локоть. Левый носок острый и налево. Либо так остаются, либо закручиваются вокруг. Фиксируют правой рукой левое запястье, кончиками пальцев руки отталкиваются.
И получается предыдущая форма, когда ладонь под коленкой, правой рукой за локоть и ноги выносите. Мягко вышли, подтянули, голова к себе, подбородок на колени, нос в носки, горло, движение вверх-назад, выше, спина назад, взгляд вперед, спина прямая, ноги на спину. Накат к копчику, ноги, левая рука справа, правая за спиной, закручиваемся, макушку тянем сильнее вверх, смотрим через правое плечо на выдохе. На вдохе утягиваем вверх, на выдохе мы уже закручиваем. Смотрели вперед, нога левая вперед, правая ладошка под коленку, левая за правую ногу. Правый носок острый, начинаем правую ногу выталкивать направо. Смотрим через правое плечо. Можно остаться так, можно локтем отбиться, перехватиться за пальцы, либо за запястье и поглубже себя подать. Дышим. Мягко распутались, ноги ноги, голова в шею, колени, нос к носкам, горло расправили, потянулись вверх, раскрываем грудь, округляем спину, серединка, ноги, на спину, на копчик, несколько раз. Выполняем 11 раз, либо около 11. Можно 7, можно 2 сами. На копчике сели, вращение головы направо. Здесь получается, держимся за носки. В идеале за большие пальцы. Закончили, ладони под ягодицы, смещаемся на локоть. Ноги подсгибаем, правую ступню растираем левую голеностоп. Обе ноги активно работают, левая пытается выпрямиться вверх, правая мешает. Сейчас правая ступня скользит к коленке, проходит под коленкой, выходит к ахиллесовому сухожилию, проводит по подошвенной части ступни, в общем, полный круг. Левая нога немножко подсгибается по ходу движения правой вверх и немножко упрямляется по ходу движения правой вниз. И пробуем еще по подошвенной части ступни плотно вести соприкосновение. Просто правой поверх левой ложимся на спину. Затылок на полу, обе руки вверх. Левую ладошку растираем правое запястье. По типу движения рукой. Ну, то есть то, что мы делали ступней, мы это делаем ладошкой. Левая ладошка растирает правое запястье со стороны тыльной стороны кисти.
держим легко. Левая ладонь скользит по правой руке к локтю, проходит к внутренней поверхности, тыльной стороной, фиксирует и выходит к внутренней стороне ладошки. То есть то, что мы делали ступней, сейчас мы делаем противоположной рукой, точно по такой же схеме. Ладони по внешней поверхности, тыльной стороной кисти, по внутренней к ладошке вправо. Когда рука скользит левая вниз, правая прямая, когда верх немножко подсгибается, вытягивается на себя. Движения несложные. Поделайте. После очередного движения вверх, левая рука накладывается на правое запястье. Большие пальцы на руках разворачиваются в сторону ног. Ладошки соединяются крест-накрест, левая поверх правой. И перекрещенные запястья проводим за затылок, фиксируем затылок, руки под 45 и ноги под 45. Я считаю до 21. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и двадцать. И 21. Смена ног. Руки вперед, параллельно ногам. Руки к груди и выворачиваем в сторону колени. Раз, два потянули. Три распрямили. Взяли себя под коленки и накатились на копчик. Вот, фиксируем. Пробуем сгруппироваться, насколько уж получается. Либо держать под коленки, либо держать за носочки, либо держать за большие пальцы. Ножки разводим в стороны. На вдохе поджимаем себя снизу, спереди и сзади. В конце вдоха смотрим вверх, вытягиваемся междурием вверх. На выдохе жесткий подбородочный замок и пытается подтянуть живот. После очередного выдоха мягко ступни потянули друг к другу, попробовали сложить поближе к себе, плотно взяли руки в замок, фиксируем мизинцы, разводим коленки в стороны, низ живота подтягиваем, выдох, подбородок вниз, вдох, голова назад. Добавляем движение языка, добавляем движение глаз. На вдохе кончик языка по небу назад, на выдохе кончик языка по небу вперед. Очередного выдоха. Просто сели, макушка вытягивает вверх, глаза сильно закатываем вверх, дышим. На выдохе сильно поджимаем себя снизу, глаза закатываем вверх. На вдохе глаза сводим кончику носа, немножко ноги отпускаем. На выдохе глаза вверх, снизу себя подтягиваем, на вдохе мягко кончик носа. Просто сидим и двигаемся чуть дальше. Руки
сзади на кулаки, таз поднимаем, нависаем ягодицами над пяткой. Вам получается присесть, присаживаемся, очень аккуратно, насколько получится. Либо зависнув, мы начинаем делать вдох, выдох и втягивание живота. Потом до выдоха вдох, выдох и втягивание живота. До 7 раз. Вам получается плотно сесть на пятки, делает это сидя на пятках. Вам получается сделать науле. Делать на ули. Достаточно. Ноги на основании пальцев. Выходим вперед. Ладошки на колени. Вдох-выдох. Втянуть живот. Втягиваем, выплескиваем. 11 раз сделать, потом вдохнуть, выдохнуть. Втягиваем, выплескиваем. После очередного выдоха мягкий вдох, руки, плечи, уши. Пробуем посмотреть снизу вверх, увидеть запястье. Посмотрели вперед, поднимаемся, промежность вперед. Выдох через рот, коленки вместе. Вдох через нос, коленки в сторону. Коленки вместе. На носках высоко, выдох вниз, вдох на носки. Вдох, потянули сверх, стали на носки. Пятки на пол, указательные пальцы в межбровье. Дышим. Глаза закрыты, чувствуем межбровье. Вдох, в макушку, выдох. Вдох. Самый крупный позвонок в основании шеи. Выдох. Вдох. В межбровье. Вдох. В горло. Вдох. В грудину. Вдох. В солнечное сплетение. Вдох. Основание больших пальцев. Выдох в живот. Вдох. Область почек. Выдох. Вдох. Промежность. Вдох. Потекли вниз. Кладышка. Тянемся вниз. Сильно, 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 сильно. Очень мягко пытаемся сгруппироваться. Плавно, плавно. Мягко, мягко. Руки отставить. Накатиться на копчик. Ноги выставить вперед, головой потянуться в живот. Тянемся, дышим. Подбородком цепляем соединенные колени. Носом тянемся к носкам. Горло, грудь. Смотрели вперед. Ноги без круглой спины на спину. На плечи. Несколько раз.
себя вот с пружиной дыхания, вдох. Вдох. Назад, вверх, вперед. После очередного раза остались. Сидеть. Мягко перемещаемся к локтям. Левую ступню растираем, правую подъем ступни. Правая тоже активно работает. Правая пытается вырваться вверх, левая не дает ей это сделать. Левая скользит к коленке, правая нога выпрямляется. Левая проходит под коленку, правая нога начинает сгибаться. Мы ведем подошвенные части ступни и вновь переводим. Все время сохраняем плотное соприкосновение. Вдох к себе, выдох от себя. И по подушечной части ступни плотно проводим. После очередного раза левой тоже правой. Мягко ложимся на спину. Ноги вертикально. Правая рука накладывается ладонью на запястье левой кисти. Правой ладошкой мы растираем тыльную сторону левой кисти. Аналогично предыдущему движению, только ладошка противоположная, правая. Лучезапястный сустав растираем. Правая давит по отношению к ногам, левая рука сопротивляется. Левая рука стремится отбросить правую к голове. И правая сопротивляется. Все это весьма напряженная работа. Правая ладошка скользит к локтю, проходит на внутреннюю поверхность, тыльная сторона кисти вверх. И так ладошка делает круг. Ага. Ну, теперь не посмотрите. Раз и ныряет под руку. Раз. Ныряет под руку. Вдох к себе, выдох от себя. Угу. Правая рука кладется на левое запястье. Правая по отношению к левой сверху. Большие пальцы в сторону ног развернулись. Руки собрали в замок. Замок потянули за голову, затылок уперли в предплечье и ноги под 45. Я считаю до 21. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и 20, 21. Смена ног. Руки вперед, выворачиваем, выкручиваем. Убираем перекрестный замок, ладошки вместе, беремся под колени, присаживаемся на копчик. Либо в таком положении начинаем ноги разводить на вдохе, сводить на выдох. Либо беремся за носки. И то же самое за носки. Вдох развели, выдох толкнули и попробовали сгруппироваться. После очередного раза определим широко, фиксируем. Угу. Пробуем глаза закрыть, просто посидеть, чувствуя ноги. Мягко тянем ноги к себе. Поближе. Левая ладошка гостью схватывает мизинцы. Левый локоть прижимает левое бедро к полу. Правая плеча пытается ногу правую вытолкнуть и раскрыть правый тазобедренный сустав. Угу. Фиксируем.
свидинг смен правой косточкой, правый локоть, правое бедро. И левую руку начинаем выталкивать, левый тазобедренный сустав в сторону. Посильнее. Не столько в коленку, сколько и в бедро, и из бедра тянем. Упирай ладонь. Ага, ладно, сейчас мы это с вами сделаем. Сели. Левая нога может быть приподнята. Левая рука за левым бедром, правую прижали. Движение идет вот такое. Вот мы уперли среднюю часть бедра, вот пах по связке, по колену посередине. Кончики пальцев в сторону пятки, мы прижимаем к полу, пробуем руку вытянуть и одновременно левую коленку потянуть налево. И все снизу поджато. И смена. Правый за бедром, левое бедро, прижали, потянули, потянулись, правая коленка по отношению к полу сильнее, серединка. Раскрываем подошвенные части ступни, пробуем ребрами лечь на бедра и подтянуться вниз вперед. Пробуем головой потянуться в ступни, округляя спину. Подвигаем вперед, плечи вверх-назад, ноги выводим. Головой тянемся. Ступни фиксируем замком, головой тянемся. Округляя спину, поднимаемся. Выпрямляем спину. Ноги сводим. Тянемся головой в живот поглубже. Последний у нас будет связка, подбородок в колени, нос в носки, раскрываем горло, идем вверх-назад, раскрываем грудь, спину, убираем лишний прогиб, ноги, на спину ложимся, затылок кладем на пол и дотягиваемся до носков, насколько уж получится потянуться. Либо до лодыжек и крестец начинаем втапливать в пол. Руки прямые, ноги прямые, под коленями. Дышим. Можно ноги подсогнуть, но пробуем дотянуться до боковых поверхностей ступней. И вытянуться вдоль ног. Коль совсем тяжко, остаются так, либо перекатываются на правый бок. Пытаясь правое предплечье засунуть под правый, правый локоть, а правое предплечье под правую ногу. И обратно. Вновь за носки, вновь крестец к полу. Поглубже себя потянули. Можно ноги подсогнуть, дотянуться до боковых поверхностей ступней, да так остаться. Либо вытянуться вдоль ног, накатиться на левую локоть и поглубже потянуться. На спину. Ноги развели на ширину таза, руки изнутри за пятки. Стремимся голову засунуть между ног и посмотреть на ягодицы, крестом потянуться к полу. Ноги пошире, заглядываем за таз. Перехватываемся снизу за носки, пытаемся локти дотянуть до пола. Накладываем руки на икроножную мышцу, докручиваем ноги на себя. Сводим ноги, но не полностью. Руками фиксируем тыльными сторонами кисти ноги под коленями, тянемся к ушам. Получается к затылку, носки вперед. Ну и осталось на последнее действие. Затылок на пол, ступни ног совместили, вместе сделали. И совмещенные ступни потянули в сторону головы, а коленки к полу. Ну, идеально надо коснуться головой ступни
и латыни по и коленки. Ноги остаются сложенными, подушенными частями ступни. Пытаемся, насколько получится, ноги вытянуть. Перехватываемся за носки. Сейчас нам нужно будет качнуться голове, качнуться копчику, можно 2-3 раза. И потом наползти на копчик, насесть на копчик. Кто сильно уверен, просто возьмите себя под коленками, сделайте это под коленками. Раз, и вперед на копчик. Либо за нас в голове и копчику. И попробуем усесться. Ага. Сейчас мы будем выходить вниз на выдох. Икроножные мышцы не в пол. Поэтому у кого не сильно хорошо с растяжкой, мягко раз и вниз. Либо наверху ноги, оп, поглубже вниз. Дышим. Остаемся. Вспоминаем на вдохе, как мы стукались. В течение вдоха себя снизу и спереди, спереди и сзади поджимаем. Чем раз, в конце вдох, глаза закатываем к макушке, на выдохе смотрим в сторону пупка. Пробуем на выдохе глубже ощущать позвоночный столб. От пупка сразу в макушку и в копчик. Это надо ясно осознать, четко почувствовать, как вы стукались ногами в пол. После очередного выдоха приподнимаемся. Носки острые, голову в живот. Подлинивание. Плечи вверх назад, ноги слегка разводим, носки на себя и пошли вниз на выдох. Поднимаемся от угла движения рук, от ключицы вперед, начинаем выдох вперед, вдох себе. После очередного выдоха вверх и за головы. Смотрим перед собой, вдох перед собой, выдох жесткий раз. Вертикально вдох тянемся вверх, выдох копчик. Вдох, задержка и назад. Выдох к животу, к подбородку. Носка, ребра за бедра и довытягиваемся вниз вперед. Подушки под коленки, голова в живот. Подвернули вперед вверх, ноги сразу подтянули. Толкнули себя сзади, голову свесили вниз. Вот так и остались. Можно ноги слегка подсогнуть, если тяжело. Остаемся. Подтолкнулись от лодыжек, посмотрели вверх. Сделали вдох, в конце вдоха задержка. Низ живота подтягивается. Напряжение идет в грудь. Глазами переводят сквозь макушку в копчик. Выдох вниз. Пытаемся либо просто не дышать после выдоха, либо подтягивать живот. И вновь вдох, задержка, выдох. Из-за нежности чувствую между рук. Потянулись, вдох,
мягкий вдох. Правая рука жестко фиксирует правую лодыжку. Левая рука вверх. Активно работает левая рука в плоскости груди. Пытаемся дотянуться до потолка. Дышим. Ведем кончики пальцев за спину. Отталкиваемся от бедра поглубже, закручиваемся. Рука остается за спиной. Идем вниз. Вытягиваемся правой рукой. Освобождаем левую, фиксируем лодыжку и поглубже вниз. Оттолкнулись, посмотрели вверх. Левая на месте, правая вверх. Жестко тянемся вверх. Активно работает правая рука верхняя. До вытягиваем тело. Не забрасывается рука за спину. Вертикально тянется. Ведем за спину кончиками пальцев под бедра. До закручиваем себя. Мягко толкаем себя вниз. Плечом к коленке. Освободили. Поглубже наползли. Оттолкнулись, посмотрели вперед вверх. Правый носок на себя. Правой рукой зацепили и тянемся по правому носку вниз. Правый носок на пол. Правая рука назад, левая вперед. Правая между ног за сгиб левого локтя. Левая рука за правую лодыжку, левый локоть вперед. И левый локоть направо вперед. И нос к правой груди. Мягко распутались. Оттолкнулись, посмотрели вперед. Правую ногу поставили на носочек. Левую подсогнули, правая пошла. Продеваться промежности вокруг бедра, замочек продели. Сейчас нам нужно подняться, сохранить замок с правой ногой вверх. Вот. Поднялись. Правой за спиной, либо попробовали подняться. Можно остаться с ладошкой на ягодице правой, правой локтем под ногой. Левой тогда упираемся в спину и смотрим в сторону левого локтя. Либо замок поглубже. Но получается, правая нога пытается вытянуться. И мы смотрим через левое плечо. Мягко распутали. И правую ногу поставили сзади на косточку большого второго пальца. Руки на пояс. Присаживаемся пониже. Весь тело переносим к носку. И поглубже. Вдох немножко вверх, выдох вниз. Очень сильно работают ноги, сильно работает голеностоп, растягиваемся. И ниже. Правую ногу поставили вперед, левую отставили назад. Руки на поясе. Макушкой потянули вверх и левую ногу попробовали поднять повыше. А корпус не наклонять. Вверх тянуться. Поставили. Тыльные стороны кисти опираются в области кончика. Мы прогнулись, грудь накатили вперед, посмотрели вверх. И корпус не наклоняя, насколько получится, ногу поднимаем. Кладем носок. Мизинцы по позвоночнику повыше. Грудь раскрыли. Ногу повыше. И наклонились вперед. Тело параллельно полу, локти повыше. Присели на правой ноге. А левую на весу, повыше. Как получается, пробуем хотя бы на секунду правую пятку придавать. Вышли. Руки по позвоночнику в замок. Замок поворачивается и мы тянемся. Как получается, нос опускается, голова идет вниз. Я руки к копчику, руки в стороны, ласточка. Потянулись.
потянули вперед. Ладошки вместе. Груди. Мягко на кончике пальцев. Ногу повыше. Левую подсогнули, пристали на шею таза. Взяли за лодыжки снаружи и поглубже потянулись вниз. Вот так и остались. Дышим. Отталкиваемся от лодыжек, смотрим снизу вверх. Левый носок на себя. Левую руку за левый носок. Поглубже идем вниз. Левый носок на пол. Левая рука назад, правая рука вперед. Левая между ног за правую руку. Правая рука за левую лодыжку. Правый локоть вперед. И тянемся поглубже по левой ноге вниз. Мягко расцепились. Довыкинулись вниз. Оттолкнулись. Левая нога сильно привстала в носок. Правая немножко присела. Левая рука к промежности. Тыльной стороной к бедру, правая за спину. Захватили замок и попробовали приподняться. Оп. И можно там остаться, посмотреть на правое плечо, либо чтобы правого локтя, либо захват поглубже. Левая нога вперед. И я в сторону правого плеча. Пробую. Мягко подсогнули. И поставили на носочек. Руки на пояс. Косточка большого второго пальца упирается в пол, мы сильно присаживаемся, на выдохе, на вдохе приподнимаемся. И чуть ниже, чуть ниже. Так, чтобы бедра задрожали от напряжения. Смена. Левая вышла вперед, правую ногу на кончике пальцев высадили. Поднимаем, грудь вперед. А ногу повыше, взгляд вверх. Руками отталкиваемся и смотрим снизу вверх. Поставили на кончики. Тыльные стороны кистей. Легли. И вновь. Грудь вперед. Взгляд вверх. Локти один к другому. На. Между лопаток. Грудь вперед, взгляд вверх, ногу повыше. Параллельно полу. Левая прямая, взгляд вверх. Ага. Присели на левой. Попробовали пятку от пола приоторвать. Пятку на пол, ногу вытянули, руки в замок. Замок вывернули, раскрываем руки. И либо так находимся, либо смотрим на носок, либо пошли носом вниз. Замок к копчику, руки в стороны, вперед, ладошки вместе и сильнее вытянулись. Груди, кончики пальцев в пол, ногу повыше в носки вверх, ногу подсогнули, приставили на ширину таза. Лучше вытягиваемся вниз. Подтолкнулись, посмотрели вверх. Руки упираются над коленями в бедра. Пробуем пристать на носки. И носом сильнее вытянуться вверх. Пятки на пол. Смотрим в сторону пяток. Можно так остаться, а можно выше. Бедра. Вплотную к выступам костей. Те, кто делал вновь над коленями. Коленки вперед, грудь вперед, взгляд снизу вверх и прогнуться. Ладони под колени, голова сильно в живот.
подушки на колени выключили стороны, поднимаемся. К макушке. Раз. Вниз. Вытолкнули. Постояли. Присед. Руки сильно выталкиваются вперед. Вверх. Из-за головы. Становимся на носки. Глаза закрыты. На вдохе чувствуем себя от носков до мизинцев. На выдохе от больших пальцев до пяток. Пятки на пол. Ладони к макушке. Левый большой палец кулак. Правая рука за левое запястье. Правый бок сжимаем, направо идем. Сильно направо, 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 направо. Предплечье за затылком. Взгляд вверх. Налево. Вдох, выдох, посередине. Раз. Смена. Налево. Дышим. Направо. Вверх. Раз. Из-за затылка. На носки. Глаза закрыли, постояли. Пятки на пол, вдох, прогиб груди. Выдох, животу к подбородку. На живот, локти назад, присед. Живот вперед, грудь раскрываем, дышим. Серединка. Большие пальцы оттопылись, удалились спину. Вновь присели. Накатились. Расправили грудь и дышим. Серединка. Ладошки под ягодицы, присели. Накатили, расправили грудь и дышим. Руки в замок. Без выверта. Потянули вниз. Подняли. Вывернули. Присели. Вывели руки вперед. Посмотрели, что ягодицы параллельно полу. Ноги упрямляем, замком отвисаем вниз. Лишним. Так мы остаемся. Замок к копчику. По боковым поверхностям ног к лодыжкам. Кончики пальцев под пятки. Поглубже вниз. Лишним. Руки назад, между коленей, либо к вискам, либо в замок назад, или голова вниз. Убрали, вывели перед собой, взгляд вверх, ладони под ступни, локти вперед, оба локти соединить за головой. Указательный средний большие пальцы, руки большие пальцы ноги, поглубже вниз. Мягко освободили, ноги подсогнули, ладони под колени, голова в живот. Ладошки на колени, руки через стороны, поднимаемся, 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 поднимаемся. Грудь, горло, глаза закрываем, некоторое время стоим. Живот. Немножко присели, чтобы таз подать вперед, брать поясничный прогиб и ладошки к почкам. Руки на пояс. И представьте, что здесь вот находится вода, а здесь клюв. И посмотрите, мы немножко приседаем, клювом набираем воду, ведем себя вверх и округляем спину.
Палм. Раз. И вверх. И посидим. Давайте вместе с Андрой. Посидим. Немножко присели. Округляя спину, попробовали ногу вперед, почувствовали межбровье, зачерпнули из ручья и потянулись вверх. И к себе. Посмотрите, вот здесь вот словно клюв. Здесь вот ручей. Клюв набирают ощущение вдоха, ведут вверх, и на выдохе надо почувствовать, как что-то, то, что мы набрали снизу, мягко опускается вниз. Медленно. Присаживаемся. Одним. Вдох вверху, выдох к себе. И вниз. И вдох вверх. И выдох к себе. И сильнее округляйте спину. Подныривайте, прогибайтесь. И к себе. И так несколько раз. Сначала спинка по возможности округлая, а дальше прогибаемся. Следующий. Вновь ощущение после межбровья конуса. Заныриваем вперед и этим конусом начинаем чувствовать сквозь живот позвоночный столб. Называется жральчите перышки на животе. Выполняется так. Вдох. И втягиваем в себя голову, ощущает из этой области при подъеме глубину позвоночника и смотрится наверх. Давайте попробуем. Посмотрели вверх. Сделали вдох. Присели, округлили спину, выдох, голова в себя. И все внимание на позвоночный столб. От нижних отделов к верхним. И так несколько раз. После очередного раза просто встали, левая рука на правое плечо, правую руку расслабили, несколько раз стряхнули. Будем вращать рукой вперед, но все внимание должно выходить направо, вести внимание от позвоночника вверх вперед. Просто начинаем мягко вращать рукой вперед, кончики пальца слегка придерживают плечевой сустав и немножко помогаем телу. Приседаем, а потом, когда рука идет вверх, подбрасываем ее вверх. Глаза полуприкрыты. Чувствуем, как рука закручивает вверх, вихрь с правой стороны. Дыхание естественно. Другую сторону. Сильнее подбивайте руку. Мягко расслабили, немножко протрясли и смену. Право налево, движение вперед. Подбиваем руку вверх. Все внимание на левую половину тела. Назад. Выполняется около 11 упражнений. И подбиваем. Достаточно. Стряхнули. Правая рука вверху, левая внизу. Между кончиков пальцев натянута палка. Левая вперед, правая назад. Правая вниз. Движение назад. По правой руке выполняется вдох, левый компенсирующий. Вверху вдох, внизу выдох.
плечами тянемся к ушам. И в другую сторону. Вновь поправим. Правый вверх вдох, правый вниз выдох. Достаточно. И правой рукой несколько раз прокрутили вперед. Запомнили это движение. Без напряжения. Опустили. Левую руку несколько раз назад. И правой несколько раз вперед. Запоминаем, как рука движется вперед. Левой назад. Достаточно. Руки перед собой. Правая пойдет вниз, левая пойдет вверх. Левая назад, правая вперед. Включаем наши мозги, да. У кого получается хорошо, глаза закрыли. И потихонечку усилим вращение. У кого не получается, делать это медленно. Раз. Поделали. Потихоньку уменьшаем, чувствуем ладошки, медленно останавливаем. Глаза закрыты, просто постойте. Чувствуем пространство с боков и перед собой. Левая рука вверху, правая рука внизу. Левая вперед, правая вверх. Между кончиков пальцев словно растянута тугая струна. Когда левый вверху вдох, когда левый внизу выдох. Чувствуем, как у нас легкие работают. Все время тянемся. Левая вперед, попеременное движение. Нет, одна, другая, все время вперед. Одна, другая. Палка. Вот. Раз, два, три. И чувствуем кончики пальцев и растягиваем себя сильнее между ними. Назад. Обе руки назад, но внимание по левой руке. Вдох вверху левая, выдох внизу левая. Правая компенсирует. Потихоньку заканчиваем и левую руку бросаем вперед несколько раз, правую назад, левую вперед, правую назад и последний раз левую вперед, правую назад и руки выносим вперед. Правая пошла вверх, левая пошла вниз. Встречается примерно на уровне солнечного сплетения. Левая вперед, правая назад. Поделайте. Да. Левая вниз, правая вверх. И смена. Правая вперед. Левая назад. И немножко пожестче. Раз, раскрылись. Потихоньку завершаем. Глаза закрыли, немножко постояли. Окей. Это была подготовка. Посмотрите, руки. Раз. Два. Три. Четыре. Здесь они словно раздвигают стебли камыша, выходят вверх и словно раздвигают головки высокого-высокого камыша. Давайте вместе со мной. Руки. Раз, два. Вдох, потянулись вверх. Тыльная сторона кистей, выдох. Вдох. Тыльная сторона кистей, выдох. В комфортном режиме выше, то есть не медленно, не быстро, средний темп. И вдох, и выдох.
Посмотрите следующий, не пытайтесь, просто посмотрите. Руки словно засовываются в глубину земли, накручиваем на пальцы. Нитки с этим делается вдох, выдох от ушей, вверх. И пальцы немножко растопливаются. Из неба накручиваются на пальцы нитки, делается вдох. Вокруг ушей выдох вниз. Частично вдох из центра земли, частично из неба, выдох в сторону. Пауза и 3 раза. Вдох вверх, выдох вниз. И давайте. Руки вниз. И начиная с мизинца, пошло движение пальцами, вдох в себя. Вокруг ушей выдох вверх. Чувствую меж пальцами пространство. Из неба накрутили, вдох. Выдох в землю. Частично из земли, просто частично из неба, выдох в сторону, вниз, вдох, выдох, вдох, выдох, и вдох, и выдох. Просто на бедра. Глаза закрыли, почувствуйте пространство снизу, сверху и с боков. Выносим перед собой. Кончики пальцев соединяем. И сейчас руки у нас словно экспандер. Мы пытаемся на выдохе сжать пальцы. Пальцы как пружинки, каждый палец как пружинка. А на вдохе слегка растянуть. И представляем, что вот перед нами пульсирует золотистое ядро. А пальцы... Это его меридианы, словно на глобусе. С напряжением. Выдох и вдох. Ладошки не соприкасаются, они стремятся соприкоснуться. Должны напрягаться и мышцы груди в том числе. После очередного раза продавливаем до ладошек правая поверх левой. И начинаем прокручивать. Кончики пальца вверх мы прокрутили. Словно то ядро, которое мы сейчас формировали, стало мелким-мелким, как крупинка пшена. И вот наша задача ее почувствовать в центрах ладони. Вдох посерединке, выдох до закручивания. Вдох посерединке, выдох до закручивания. После того, как правая рука окажется сверху, мы остались. Правая давит на левую, левая сопротивляется. И все это вместе схождение ребер. Немножко присели. Правая еще сильнее давит, левая еще сильнее сопротивляется. Выполняем выдох. Вдох, мягко правая ключица, левая промежность. Выдох. В конце выдоха жесткое напряжение. Вдох. И выдох. В конце выдоха жесткое напряжение. И теперь мягко толкнули руки, и между ладошками словно оказался шар. После напряжения осталось остаточное ощущение, и мы его мягко перевернули левое сверху. И мы его мягко перевернули правое сверху. Если выполнили все до этого правильно, то ладошки начинают распирать, словно пространство собирается между ними жидко-газовую субстанцию, которая ощущается руками. Нечто плотное и между тем невесомое. Правой схлопнули, кончики пальцев подтянули, сделали горсточкой. Правая рука на запястье и левая тоже на запястье. И вот и все это на уровне солнечного сплетения. И посмотрите, казанки прокатятся, зацепляясь друг за друга, как звенья шестеренок, и потом снова вернутся. Перекат происходит на выдохе, возвращаемся на вдохе. Но перед тем, как это сделать, мы сильно-сильно кончиками пальцев даем в область пульса на одной и на другой руке. Глаза полуприкрываем, дышим мягко, даем силу. На вдохе чувствуем центр ладошек и свое тело сквозь коридор между ладонями.
На выдохе сильные капли. Тем самым возникает связь между руками и всем телом. Цепляемся шестеренками, проводим к ребрам мизинца. Соединяем. При перекате чувствуем позвоночник, при соединении чувствуем область солнечного сплетения. Естественный перекат и назад. Перекатились и назад. После очередного переката на костяшке, правая тыльная сторона на левую, левая снизу. Выполняем вдох, выполняем выдох. Представляем, что к левой ладошке к нижней прилип золотистый мяч, и направо тоже золотистый мяч лежит. И последняя часть действия. Мизинец правой руки упирается в большой палец на левой. Большой палец направо упирается в мизинец на левой. Вот у нас три пальчика мячики перед собой. Вдох, они идут вверх в стороны. Выдох, царапаю когтями по ладошкам и цепляются подушечками пальцев. Вдох, раз, словно крылышки. Выдох, провели по центрам ладошек и три пальчика соединились. Раз, и к себе. Все это на уровне. Попробуйте. Раз, зацепились. Вдох, в сторону. Раз, зацепились. Вдох, в сторону. И представьте, что это происходит внутри вашего тела. Что-то на уровне грудного отдела тоже начинает пульсировать в сторону, мягко сжиматься, подняться внутрь. После очередного выдоха углубили замок и попробовали этот замок растянуть в сторону. Правая к себе, левая к себя. Очень мягко постукали костяшками. Солнечное сплетение. Толкнули вперед. Старались разорвать, сделали выдох. Вдох к себе. Выдох. Вдох к себе. Выдох. Вдох, не дышим. Подтянули подбородок, простукиваем вверх-вниз. Это один раз. Семь раз. Правая ладошка на грудь, левая сверху. Почувствовали свои ладошки на себе. И мы очень медленно рисуем три вращения. По левой стороне вниз, по правой стороне вверх. Поглаживаем до ключиц и до места схождения ребер. Продолжая движение рук, мягко руки выносим вперед. И ладошки разворачиваем друг к другу. Вот это пространство мы сейчас будем еще раз энергетизировать. Посмотрите, как это происходит. Пространство делится мысленно на 7 частей. Давайте сделаем вдох и ступенчато будем соединять. Выдох, 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 выдох. Вдох развели. Выдох, 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 выдох. И вдох. Выдох, 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 выдох. Хорошо. Сейчас посмотрите, как выдыхаем. Струя воздуха ударяет в кончик носа. Сухие резкие выдохи, называемые очищающие пранаяму. Растянули руки, чуть шире корпуса. И около 7, может чуть меньше, может чуть больше. Не до вдыхания, только выдохи. Вдох. И выдохи.
себе вдох, мягко выдох, сплетение, горло, вниз. Разводим, тянемся, выдох, вдох, выдох. И еще раз. Вытягиваем из земли снизу. Ступенчатые выдохи в небо. Около 7. Вдох из неба. Ступенчатые выдохи в землю. Частичный вдох. Частичный дал вдох. Выдохи в сторону. Мягко выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. И еще раз выдох. Ладошки. Солнечное сплетение. Горло. Кончики пальцев проворачиваются вперед. Большие пальцы перекрещиваются. Пытаемся локти толкнуть вперед, руки к себе. Это соответствует выдоху. Вдох, руки мягко поплыли вперед, словно голова рыбы. Выдох к себе. Вдох вперед. Выдох к себе. Мягко вперед. Мягко к себе. Перед собой. Кончики пальцев вновь соединили. И сейчас мы их разведем буквально миллиметра на два. И поделаем смещение одной руки вокруг другой. Надо чувствовать каждым пальцем противоположный палец. Сначала соприкоснитесь, глаза закройте и представьте места соединения пальцев. Кожица соединения. Буквально на 1-2 миллиметра разъединяем и начинаем смещать подушечки вокруг подушечек. Представьте, что их начинает пощипывать. И чуть дальше разъединяем. Это вдох. Выдох, они словно стягиваются. Между подушечкой пальцев словно резинки натянут. Вдох мы с некоторым усилием разводим. Выдох, они тянутся друг к другу. Ладошки, левая сверху, правая сверху. Переход вдох, давление выдох. Представьте, что между ладошек оказалась крупинка. Крупинка пшена. Наша задача ее сильнее прочувствовать, медленнее пшена. И предплечья по возможности остаются параллельными. Левая сверху, правая снизу. Делаем вдох. А на выдохе даем левую вниз, правую вверх. Сильное давление. На вдохе раскрываем. На выдохе соединяем. Чувствуем центр ладошек. Вдох вверх, выдох вниз. Вновь кончики пальцев, но уже левое запястье. Кончики пальцев, но уже правое тоже в запястье. На вдохе чувствуем центр ладошек, а на выдохе пытается продавить кончиками пальцев до кости. То есть сильно. Вместо соединения туда, куда мы давили пальцем. Левая накладывается, область пульса, правая снизу. Руки немножко выносятся, сильное давление. И правая поверх левой. Это вдох. И левая поверх правой, это выдох. Кончики пальцев рисуют круг.
называется чакра мудра. Уплотняет пространство. Сильное соприкосновение в запястьях. Вновь кончики пальцев, локти вперед. И мы словно обнимаем ствол дерева. На вдохе локти толкаются немножко в сторону, на выдохе немножко идут вниз. Пространство между рук пульсирует. Берем сердцевину этой пульсации, немножко ближе к себе, запястье вместе вдох, кончики пальцев вместе вдох. Словно мы еще раз тот шаг, который мы в самом начале лепили, плотнее. Право сверху, лево снизу, налево. Лево сверху, право снизу, направо. Вдох, словно пасть рыбы, и выдох. Вдох, словно пасть, и выдох. Правая тыльная сторона на левую. Посмотрели на правую ладошку, на левую вниз. Мы будем это потихоньку делать, завершать. Кончики пальцев сделали вместе, жестко напрягли. Правая раскрывается, и мысль на правую ладошку падает в увесистое яблоко. Давайте делаем вдох, раскрыли. Выдох, шаг. Левую раскрыли. Раз, выдох, шаг. Правую. Раз, выдох, шаг. Левую. Раз, выдох, шаг. И правую. Раз, выдох, сжали, и левый, раз, выдох, сжали. Мягкий вдох, обе руки раскрылись. На выдохе собрались, и мы представляем тугую нить. Одна сторона идет к промежности, другая к межбровью. И вниз, раскрывается. Выдох, ее растягиваем эту нить. Вдох, ослабляем кисть. Выдох, и вдох. И выдох, и вдох. Левая рука идет под правый локоть, правая ладошка выводится вперед. Большой палец и мизинец жестко фиксируются, символизируют область трезубец, изгоняющий зло. И на левый то же самое. Локоть упирается четко в средний палец. Вот, это положение. На вдохе мы шевелим плечами 4-5 раз, глаза закатываем вверх. На выдохе мягко опускаем руки вниз. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох вниз. Достаточно. Теперь посмотрите, ладошки последний раз вместе. Правая рука защипывает. Ладонь большим пальцем и внутренней поверхностью указательного. И большой палец налево фиксирует большой палец. Если посмотреть на большой палец сверху, это получился крест. Право параллельно плечам, левый локоть вниз. Вдох. Идет жесткое вытягивание вверх. Это символизирует голову змея или нага мудра. А на выдохе мы даем вниз. И в конце выдоха расправляем грудную клетку и доводим локоть вниз. Правая рука работает вверх, идет вдох, 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 вдох. Выдох, левая сопротивляется вниз и вращение плечи. И еще раз вверх, вдох. Правая вытягивает, левая сопротивляется. И вдох, выдох. Ладошки вместе, солнечное сплетение, горло. Зачерпываем. Ступенчатый выдох в небо. Вдох из неба. Ступенчатый выдох с земли. Вдох из земли. До вдох из неба. Выдох в сторону. Мягко вниз. Вдох. Выдох. Вдох. И вдох, и выдох. Глаза закрыли, мягко постояли.
Надо почувствовать, что же новое произошло с сознанием и с телом за время движения кистей. Несколько вдохов и выдохов. Глаза открываем и смотрим. Руки начинают мощно вращаться вперед со всем телом. Это происходит на задержке. Выполняется вдох и начинают руки вращаться. После того, как мы провращаем около 21 раза, выполняется резкий выдох. Стук. Все сознание собирается вот сюда и живот подтягивается. И фиксируется либо подтянутый живот, либо выполняет следующее. Удьяна на. Дальше мы себя выравниваем. Руки вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Задержка. Руки мягко выводим вперед и бросаем. Без выдоха. Всем телом. Останавливаем. Выдох. Тянули живот. Либо просто постояли, либо поманипулировали. Да, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох из земли. Ступенчатый выдох в лба. Вдох из неба. Ступенчатый выдох в землю. Вдох из земли. Вдох из неба. Выдох в сторону. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Задержка. Руки вперед и назад бросаем. Без выдохов. Да, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И с земли. Ступенчатый выдох в небо. Из неба. Ступенчатый выдох в землю. Да, вдох. Да, вдох. Выдох в сторону. Мягко вниз. Вдох через сторону. Выдох частично в грудь, частично в горло. Глаза закрыли, немножко поставили. Руки мягко на живот. На почки. В бедра. И посмотрели следующее. Грудной отдел, словно язык колокол. Колокол вокруг. Мой язык. Идет движение. Раз и назад. Толчок и назад. Мы выталкиваем груди вперед. Это все на вдохе. Окей, руки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, задержка. Без выдоха. Руки немножко вперед и начинаем. 11 раз. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И земли. Ступенчато.
из неба. Ступенчато. Частично. Вниз. Вдох. По средней линии выдох в солнечное. В грудь. Глаза закрываем, стоим. Созерцаем состояние. Пупок. Почки. Бедра. Посмотрели следующее. Руки идут через верх, как в первом движении. Раз, а потом одна сверху, другая снизу. Вверх и в сторону. Это все на вдохе. Мягко руки вниз. Чисто, медленно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Без выдоха руки и раз, и с креслом. Взять, ступенчато выдохнуть. Взять сверху, ступенчато в землю. Снизу, сверху, в сторону. Вниз, глубокий, глубокий вдох. Грудь, у горла. Закрываем глаза, ставим. Пупок, почки, бедра. Сначала мы продышимся 3 раза, потом руки идут вниз, простукивают на задержке после вдоха так, расправляем так, 3 раза. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ребра сопротивляются, выполняется выдох, дальше вдох, выдох, вдох. Выдох. И подтягиваем живота. Вместе со мной руки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Без выдоха. По средней линии повели, повели, повели. Подтянули подбородок. Простуки. 3 раза. И удар. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Да, выдох. Вдох. Выдох. Снизу. Ступенчатый выдох в небо. Из неба. Ступенчатый выдох в землю. Частично снизу. Частично сверху. Выдох в сторону. Вниз. Вдох. Выдох. 4 раза. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох. И последний раз. Вдох. Грудь. Выдох. Горло. Глаза закрыты, станем. Пупок.
почки, бедра. И дополнительное движение. Осталось вперед, посмотрим. Правая рука вытягивается. Вытягивается налево, скользит. Возле бедра фиксируется. Лево поднимается, вытягивается, возле бедра скользит. И правая поверх левой, кончики пальцев в сторону плеча, кончики пальцев в сторону бедра. Лево на уровне солнечной скрыни выполняется жесткий выход. Давайте попробуем. Правая рука пойдет направо. Это все вдох. Вверх, налево, груди. Выдох, локтем потянулись назад. Лево, ладошка вверх. Потянулась к себе. И выдох, право сверху. Мягко к себе вдох. Мягко вниз, выдох. Смена. Лево пошла. Вдох. Вдох. Выдох, локоть назад. Право снизу зачеркнуло. Вдох. Вдох. Задержка. Лево сверху, право снизу. Выдох. Мягко вниз. Теперь посмотрите. Это выполняется на одном движении. Вот это вдох. Это да, вдох. И это выдох. Я спиной. Выполняем выдох, вправо, вдох, лево, вдох, право сверху, выдох. Мягко к себе вдох, мягко в ступни, выдох. Лево, вдох, вдох, право, вдох, вдох, лево сверху, право сверху, выдох. Вправо, вдох, вдох. Левая снизу. Вдох, вдох, право сверху, выдох. Мягкий вдох, мягкий выдох. Левая. Вдох, вдох, право. Вдох, вдох, лево сверху, выдох. Мягко к себе вдох, ступни вверх. И право. Вдох и левая. Право сверху. Мягко. Вдох. Выдох. Левый. Раз. Два. Право. Раз. Два. Левый. Выдох. Вдох. Выдох. Глаза закрыть, немножко постойте. Вторая часть. Я спину поднимаю. Право начинает вибрировать. Вибрация дается в кончике пальцев. Рисую глубокий. Ведется к себе. Лево точно так же перекрещивает корпус и вибрирует, рисует. И та рука, которая приходит последней, та и выдвигается вперед. Давайте вместе со мной. На свободном дыхании право начинаем трясти, чтобы вибрация пошла в кончики пальцев. И перекрещиваем живот наискось. Выводим по левой стороне вверх. Проводим круг. Вводим к себе и жестко фиксируем. Левое. Провибрировало, 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 провибрировало. Потянулись. И левое сверху. Вверх. Вдох. Умывание. Мягкий выдох. И левое. Начало вибрировать. Поднимаемся, 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 поднимаемся. Ведем, 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 ведем к себе. Раз. Право. Право сверху выдох. Идем, вдох. Умываемся. Мягко выносим. Мягкий выдох. И без вибрации просто одним движением. Право. Раз, вдох. Лево. Да, вдох. Левое сверху выдох. Потянули, взяли, умылись, вынули. Лево. Право. Два. Право сверху. Выдох. Пространство взяли, словно ковш. Потянули. Провели. Выдох. Право. Вдох. Левый. Да, вдох. Левый сверху. Выдох.
пространство. Раз, два, три. Левая. И последний у нас. Раз, правая. Правая сверху выдох. Взяли, как ковшик, надели на себя, вынесли, вынесли. Собрали, собрали, вернули вперед. Последняя часть. Левая давит на правую. Плохо. Развод. Мячик. Раз. Потянули налево. Провернули, потянули направо. Представьте, что вы держите колбу. И движение в одну сторону. Налево делаем вдох, а направо делаем выдох. Между ладошками пространство. На вдохе справа налево мы наполняем шар энергии окружающего пространства, а на выдохе она делается нашей. Мягко направо, мягко налево, мягко, мягко, мягко. После очередного движения направо мы остаемся. Мягко левая рука скользит к груди, правая укладывается сверху. Правым ребром вниз, по левой стороне, мягко, 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 плавно, руки вывели вперед, ладошки сложили вместе, шарик взяли, вложили в глаза, в голову, в затылок, под голову, размазали в пупок, в почки, в бедра, и ноги сделали вместе. Руки жестко, мягко, коленки сдавили вместе, вывели руки вниз, повели вверх. Присели. Промежность толкаем вперед. Пробуем приподняться на носки. Руки довести повыше. Пятки на пол, беремся на лодыжки и поглубже тянемся вниз. Пытаемся группироваться. Правую руку отставляем в сторону, правую ногу поднимаем вверх. Тянемся по левой ноге вниз. Руки выносим на кончики пальцев вперед. Большие пальцы пол не касаются, ногу повыше поднимаем. Дышим. Ногу подсгибаем носок на себя. Широко шагаем назад. И становимся так, чтобы левая боль была перпендикулярна, между пяткой левой и пяткой правой была ширина таза. Пятку ставим на пол правую, так, чтобы мизинец тоже стоял на полу. Левая ладошка на коленку, правая сверху. Отталкиваемся, и вдруг делаем параллельно пол. Руки выносим в сторону, плечи толкаем вверх, ниже приседаем, смотрим снизу на запястье, дышим. Мягко руки упираем в коленку, ногу проворачиваем на слабых пальцев, руки выходим в упор, как я отжимаю. Пятки втапливаем в пол, смотрим, что у нас будет. Пытаемся одним движением выйти в низкий упор, локти прижав к себе. И смотрим вперед. Грудь. И смотрим вверх. Дышим. Голова вниз, пятки в пол, смотрим на носки. Правая нога по кругу вышагивает вперед, левая нога на основании пальца. Пятку ставим на пол, правая рука, левая. Раз, два, пониже присесть, коленку сильнее провалить вперед, таз развернуть налево, а корпус вперед. И смотрим вверх, дышим. Мягко руки, коленку, ногу на основании пальцев, руки, ногу, пятки в пол, смотрим на носки. Дышим. Пробуем сразу выйти в низкий упор. Грудь.
смотрим и на спину. Правая нога по кругу вышагивает вперед. Руки выносим на кончики пальцев, левую ногу повыше. Смотрим, вверх смотрим, руки на кончиках пальцев перед собой, да. Левый на линии носка, правый за лодыжку и поглубже вниз. Левую ногу подсгибаем, совмещаем ступни. Вперед с лодыжки, поглубже вытягиваемся вниз. Вышли. Начинаем приседать. Выносим руки вперед. Раскрываем грудь. Втапливаем коленки вперед, ягодицы параллельно. Руки повыше. На носки. Посмотрели снизу вверх. Пятки на пол, пошли вверх. Руки. Мягко. Ладони. Солнечное сплетение жестко. Горло мягко. Глаза закрываем, некоторое время стоим. Чувствуем, что же нового пришло в тело. Со всеми этими движениями. Мягко вниз. На основании пальцев ног. Коленки вместе. Правый носочек на левый, только кончиком пальца. Вот так сделать. Дальше руками зацепиться за полы. Сместиться назад. Полностью расслабиться. Для завершения нашего комплекса мы сделаем интересный вариант чандра намаскар. Первый это было сурья намаскар. Самый такой классический образец. Вдох на прямых руках, прогиб, выдох, откат и накат. Подсгибаю руки в локтях. Вверху мы остановимся. На вдохе чувствуем макушку, на выдохе копчик. Дышим. Смотрим перед собой. Правая нога пошла назад. Бедро древнули вовнутрь. И правой рукой жестко поднимемся вверх. И ногу повыше, руку повыше. Ладошка вернулась. Руки на кончике пальцев без больших. Правая коленка кубик. Правая нога назад, левая рука. Коленка. Правая назад, правая рука вперед. Потянулись. Упор на левую, правую уводим вверх, смотрим снизу вверх. Дышим. Правая рука выводится направо, правая нога направо. Параллельно полу, параллельно друг другу и смотрим вперед. Вынесли. Раз. Поставили. Коленка. Правая нога назад, левая вперед. Пробуем упереться жестко в правую руку, левую потянуть вверх, потянуть налево параллельно полу, правую ногу вынести. Носок на пол, нога с одной, стянемся в голове. Группировка. Правая назад, левая ступня под правое бедро. Левая.
Левая нога сразу на основании пальца. Локти вплотную к телу, правую ногу повыше. Можно так остаться, можно коленку приподнять, а можно попробовать обе ноги приподнять. Поднимаемся. Группировка. Коленки вместе. Ладони жесткие. Вдох про диплопрямых, выдох. Подсгибаем. Вверху остаемся, грудь раскрыта. На вдохе чувствуем макушку, на выдохе копчик. Дышим. Смотрим перед собой, левая назад, левая рука вперед. Остаемся. Группировка. Левая назад, правая вперед. Левая назад, левая рука вперед, левая вертикально, вытянулись, левая на левую рука, левая на левую нога. И пробуем левое плечо делать параллельно, вытянуться вперед. Вынесли, раз, сгруппировались. Левая нога назад, правая рука вперед, вытянулись, правая повыше. Правая направо, левая налево. Левая рука посерединке. Вперед. Раз. Группировка. Левая нога назад, правая ступня под левое бедро. И левой рукой пытаемся потянуться. Носок на пол. Левый носок острый. Тянемся в сторону макушки. Группировка. Левый назад, правая ступня под левое бедро, правая рука вперед. Потянулись. Носок сразу на себя правый, уперлись в пол, локти вплотную к телу. И можно просто остаться на подбородке, левой ногой повыше. Либо коленка и нога. Мягко. Группировка. Раз. Коленки вместе. Прямые руки. Вдох, прогиб. Выдох, откат, накат. Вот сгибаем. После очередного раза спину округляем. Сильно. Весь тело в руки, голова в живот. Мишка. Левый носок направо. Руки вперед. Сейчас у нас будет ряд собираний в глубину тела того, что мы делали. Посмотрели вперед, руки потянули. Указательные пальцы вывели. Большие пальцы отставили. Большие пальцы под подбородок, указательные в межгрудье. Чувствуем давление в подбородок и в межгрудье. Запоминаем. Ладошки делаем домиком. Тянем в затылку, локти выводим вперед. Начинаем дышать снизу, из локтей, из земли. В межбровье.
На выдохе чувствуем позвоночный столб. Большие пальцы пробуют защемить воротниковые мышцы. Это мышцы по бокам от шеи над плечами. Кончики пальцев вместе. И лоб по возможности поуже. Указательные пальцы вытянуты, остальные перекрещены. Представляем, что указательные пальцы погружаются в глубину позвоночника до копчика, сильно вытягиваемся. Вспоминаем, как мы в первом положении давили в область межбровных указательных пальцев. Вдох снизу, выдох позвоночника. Руки выносим вперед. Левая собирается в кулачок, растяжка на гребне вверх, правая на нее. Упираем межброви на верхний гребень, на костяшку указательного второго пальца. Начинаем двигать подбородком из стороны в сторону. Голова своим весом массирует область межброви. Хорошенько запомнили ощущение межброви. Руки вдоль тела, ладошками вверх, тыльными сторонами на полу. Голова вниз. На вдохе шевелим кончиками пальцев рук, в конце вдоха чувствуем межброви, на выдохе чувствуем живот в глубине области пупка. На вдохе пошевелить кончиками пальцев, стянуть внимание в межброви, выдохнуть в пупок. Складываем указательные большие пальцы на обеих руках. Ногтевые фаланги свободных пальцев даем в пол. На вдохе даем ногтевыми фалангами пальцев. На выдохе плотно сжимаем кольцо указательного большого пальца. Когда на вдохе вы даете ногтями, чувствуете межброви из плечей. Когда на выдохе вы сжимаете кончики пальцев указательного большого, чувствуете глубину пупка. В позвоночник. Внимание. Из кубка в позвоночник. Левая рука остается сложенным указательным большим пальцем. Идет на спину. Правая рука захватывает за левое запястье. Вот. И мы сохраняем положение указательного большого на левой руке. Правая четко фиксирует запястье и тянется назад к рису. И последняя форма. Большой палец на правой руке в кулак, левой рукой за правое запястье и подальше назад. Копчик к рису к ступне. Ладони под плечи, мягко присели, ноги произвольно перекрестили, вынесли вперед, руки под бедра, ноги отталкиваем, подмышки раскрываем. Глаза закрыты, полностью расслабляемся. Сегодня совсем коротко расслабляемся, потому что тренировка была так, по сути, на тонкое направленное, на тонкие ощущения. Самостоятельно расслабились, полностью себя отпустили. И все внимание только на вдох всем телом и на выдохе всего тела. Пытаемся стереть грань между границами тела и окружающим пространством. С каждым выдохом все лучше и лучше погружаясь в область покоя и внутренней удовлетворенности. Подмышки раскрыты.
Потихоньку возвращаемся в себя. Шевелим пальцами рук и ног. Шевелим. Перестаем шевелить. Выполняем глубокий вдох во все тело. И выдох из всего тела. Глубокий вдох. И выдох. Глубокий вдох. И выдох. Открываем глаза, спокойно дышим. Туда скинем себе руки вперед. Потихоньку присели. Сразу ноги. Сразу руки. Сразу мягко вверх. Солнечными, груди, ступни ног вместе, глаза перекрыты. На вдохе все пространство вокруг, на выдохе себя под поясничными руками. Глазки открываем, такой, голове, от головы, треугольником от горла, мизинцы, сердцу, от сердца спасибо всем. Закончили, все.